Мне, конечно, очень обидно, но в Крыжановке никогда не было детского сада. Путем изменения в детальный план территории этот детский садик или эту школу убирают с одного участка, перекидывают на другой участок. Происходит следующее, это аналогичная ситуация, тот уже застройщик идет в сельский совет, решает вопрос, и этот детский садик или школу перекидывают с этого участка еще на третий. Член виконкому сільської ради, депутат сільської ради, син члена виконкому сільської ради, син депутата сільської ради. Хто за то, щоб прийняти повестку дня з поправкою председателя земельної комісії ДНР? Прошу голосувати! Єдиногласно, подружки, єдиногласно! Я обеспечу, что вашего председателя сельсовета привлечут к уголовной ответственности. Привлекут. За что? За преступление. За преступление. Я показал вам. За преступление. Я обеспечу, что все эти земли вам придется вернуть.